Итак, обеденная пора. Предложу Марии вместе поесть. Помнится, в игре она обычно обедала где-то здесь одна. Грязная простолюдинка. Подумаешь, выбрали в совет. Не вздумай зазнаваться. Больно смотреть на господ, что вынуждены возиться с такой дурой. Да и оценкам твоим веры нет. Магия света — редкость. Вот они и сделали тебе поблажки. Сейчас я тебе покажу твое место. Я вижу колокольчик. Видали? Результат долгих лет моих тренировок. Мощь земляных колобков. Воздержитесь от беспочвенных обвинений. В Академии ценят лишь за способности. Поблажек не дают никому. А Мария трудится очень и очень много. Оценки – плод ее стараний. К тому же, что я, что весь совет общаемся с Марией не потому, что у нее магия света. Она умничка. И мы любим Марию, которая никогда не работает спустя рукава. А если вы продолжите в том же духе, встретите свой крах. Прямо как Катарина Класс в ее пору злодейки из игры. Нам очень жаль! Вот же дурные девчонки. Мария, как ты? Бедная. Напугалась, да? Но теперь все хорошо. Просто, мисс Класс, вы меня по имени... По имени? Ой, простите. Ни с того ни с сего так фамильярно назвала? Нет, нет. Я вовсе не злюсь. Скорее, я даже рада этому. И как бы, пожалуйста, зовите меня просто Марией. Спасибо тебе, Мария.